Для гостей второй международной конференции подготовлена выставка материалов от фабрики Монте-Сори. Благодаря всем этим полезным вещам, детские сады, занимающиеся по программе Монте-Сори, обеспечены всем необходимым для правильного развития ребенка. Этими материалами со дня основания пользуется ясли-детский сад «Балаби», единственный в Шымкенте, работающий по программе Монте-Сори в полном объеме. В 2014 году мы открыли ассоциацию Монте-Сори педагогов, которые цели и задачи объединить и помогать, развивать, помочь открыть центры, помочь открыть настоящие Монте-Сори сады, которые соответствуют стандарту международному. Это подготовленная среда, подготовленный педагог. Во второй международной конференции, посвященной методу Марии Монте-Сори, приняли участие члены Ассоциации Монте-Сори педагогов Казахстана, психологи, родители и все те, кто считает, что вкладывая сегодня в воспитание детей, мы получим завтра умное и развитое поколение. Специальными гостями конференции стали приглашенные специалисты из Астаны, Алматы, Актобе, Тараза, Семея, а также России, Украины и Грузии. Все они уверены, программа Монте-Сори позволяет раскрыть в ребенке заложенные природой таланты и способности. Метод Монте-Сори уже более 100 лет, и он известен, популярен во всем мире. И я бы сказала, что развитие в соответствии с методом Монте-Сори – это развитие ребенка в соответствии с его предназначением. Метод Монте-Сори позволяет развивать ребенка с самого момента рождения в соответствии с тем, для чего он пришел в этот мир? С его внутренним планом развития. В Балаби с ранних лет прививают любовь к языкам. Здесь детей обучают казахскому, русскому и английскому языкам. Большое внимание по программе Монте-Сори уделяется и детям с особенными потребностями. В частности, для их развития используют специализированные музыкальные программы. Я в течение 18 лет в рамках метода Монте-Сори в Москве работаю с детьми, у которых есть особые обстоятельства и особые нужды в жизни. Поэтому большая часть программы, автором которой я являюсь, «Музыка в детском саду по системе Монте-Сори», посвящена как раз реабилитации этих детей и возможностям этих детей социализироваться и стать полноправными, полноценными гражданами своей страны. Уже 30 августа в детском саду Балаби пройдет семинар от Татьяны Ермолиной. Гостья из России расскажет казахстанским специалистам о необычном подходе к воспитанию по методу Монте-Сори, когда преподаватель не учит, а создает условия, при которых ребенок реализует свой потенциал и становится полноценной личностью.